Легкие города потихоньку гибнут. У нижегородских парков нет хозяев, а за палисадниками и высадкой посадок никто не следит. Почему в городе сложилось такое отношение к экологии, выясняла газета «Нижегородский рабочий». Парки на настоящий день не содержатся надлежащим образом. Лишь у 5 из них есть хозяйствующий субъект, а здоровье деревьев, кустарников и газонов просто-напросто некому заботиться. В свою очередь, концепция благоустройства давно существует. Ее создание было инициировано бывшим руководством Департамента культуры Нижнего Новгорода. Идея уже была готова к воплощению в жизнь в тот момент, когда ее свернула нынешняя глава Департамента культуры Наталья Суханова.